Показательные выступления воспитанников абаканской школы тхэквондо. Этим ребятам от 7 до 10 лет каждый стремится достичь в спорте высот. Я занимаюсь 4 лет тхэквондо. У меня некоторые успехи уже есть. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Больше 6000 квадратных метров. Такая площадь будет у нового спортобъекта в столице Хакасии, что расположится в первом микрорайоне. Проект строительства центра единоборств в конце прошлого года был представлен на заседании Совета развития республики и получил поддержку руководства региона. Сегодня старт строительству дали глава Хакасии Виктор Симин и мэр Абакана Николай Булакин. Давайте вспомним наших великих борцов. Один Ерыгин чего только стоит. Это имя уже мировой истории борьбы по школе единоборств. Основной ее зал размещен в бывшей кочегарке. Вопрос актуальнейший, вопрос назрел. Мы действительно гордимся тем, что Абакан всегда живет мечтой, мэр всегда живет мечтой. Это не последняя его идея, я знаю, еще есть. Я всех поздравляю, особенно спортсменов. Всем в добрый путь, строителям. Не споткнуться, не подвести, а нам с мэром все сделать для того, чтобы нам найти и закрепиться с финансированием. В новом центре единоборств будут заниматься боксом, спортивной борьбой и восточными боевыми искусствами. В здании, выполненном в форме солярного знака, разместятся залы для тренировок, трибуны для зрителей, тренажерные и фитнес-залы, тренерская, раздевалки, кабинет массажа с душевой. Я работаю в городе с 2009 года. Залы были разные, совсем маленькие, и как бы сейчас на Саянах, ну, не хватает чуть-чуть. Ребята растут, количество народу растет, маленький зал уже не подходит. Зал, конечно, очень нужен, это актуальная проблема. Ну, конечно, хочется сказать слова благодарности и администрации города Абакана, республики Хакасии, правительству, что они так заботятся о подрастающем поколении. И я думаю, что в скором будущем будет красивое здание Центра единоборств построено. Общая стоимость объекта около 134 миллионов рублей. Строительство намерено завершить к концу 2020 года. Татьяна Лукус, Александр Сердюк, РТС.